Футбол, как зрелище, сложно сравнить с каким-либо иным видом спорта. В России ему поклоняются 15 с лишним миллионов человек. Футбол стирает границы между бедными и богатыми, начальниками и подчиненными, государственными служащими и бизнесменами, превращая их в болельщиков, испытывающих сильные адреналиновые эмоции, радости и горя. Но за пределами поля идет совсем другая игра, страшная и беспощадная, где проигрыш может стоить жизни. Мы приоткроем дверь в этот жестокий околофутбольный мир, где война, как смысл жизни, заставляет людей идти в бой под флагами своего клуба и по велению своих инстинктов.